В Калмыкии появится 5 новых современных модульных гостиниц. Соглашение с грантополучателями уже подписано. Сегодня встретились, чтобы обсудить последние нюансы. Впереди наступает самый ответственный этап – реализация проектов. Наша республика уникальна и интересна, и с каждым годом количество туристов в регионе только растет. Новые гостиницы смогут вместить не менее 120 отдыхающих. Друзья, все начинается с малого, и важно, чтобы мы действовали вместе, слаженно и сообща. А дальше, уверен, нас ждут более масштабные проекты. Спасибо Федеральному центру за поддержку, коллегам за работу и успехов предпринимателям, поделился глава Калмыкии.